Здорово, кстати. Судя по одежде, ты нашла работу. Удалось ли тебе заработать деньги? Ну, работа у меня есть, потрудилась я хорошо. Но я увидел одну девочку, она так плакала. Что? Ты отдала ей деньги? А как же мы? Да, как же мы? Тебе нравится отдавать деньги печальным детям? Может, мне для тебя поплакать? Ой, да ладно. Кому отдавать заработанные деньги, мое дело. Вот что я придумала. Почему бы вам двум не устроиться на работу? Приз получен не играл лично. Мой первый день в качестве горничной подошел к концу. Мельга была строгой хозяйкой, и работа была непростой. Но чувство удовлетворения от моего первого гонорара все перевешивало. Кто бы мог подумать, что моя новая работа и связь с Мельда приведут к тому, что я окажусь в центре скандала. Но это уже совсем другая история. Ну что, бабалите, отрубалите, так сказать.